Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 367, события дня. Считай. Евангелие от Иоанна 5:44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Вот что они думали, эти люди? Такое обличение. Славу друг от друга. Они в этом плыли и даже не знали. Это очень хорошо. Вот писатель, ты хочешь, чтобы книги печатали? Ну, генеральный курс партии описывает. К тебе хорошо относятся, ты к партии хорошо. У Гитлера кто там были на передовых позициях? Ну, как Йозеф Геббельс, что он все принимал его, он ему награды, он его... Кто? Геринг такой был обыкновенный летчик, стал министр, рейх-министр. Он к нему хорошо, его хорошо, славу друг от друга. От единого Бога ни один не искал. Кто-то сказал, вот пройдет еще 5-6 лет, или сколько там время-то, и вы будете вздернуты на виселицу, как палачи. Кто бы думал, что еще пройдет маленькое времени, и будут показывать, как самые негодные люди. Вот смотри, что сделал этот. Перестроил, отверг Горбачев. Пьяный Ельцин то другое сделал, показывает сегодня, рисует. Вот три главные власти. Да главное, это враги в нас. Не в нем. Пришло время, оно и рассыпалось. Это убийство, это убили, коварный удар в спину. Да никто не вышел на защиту, неужели это не говорит? Никто, никому не нужно это. И это за 13 декабря 2016 года ролик был. Иеремия 13:23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Причина там все. Не можете делать, потому что доброе. Привыкли делать злое. Палачи. Евангелие от Иоанна 12:43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вчера сильно занят был. Тут ничего отсюда не добрал. Покажу наши ресурсы и события конкретно на этот день. Это вот мой мир. Это мой мир, я переношу все, что вначале у нас выставляется на видеоканал. Вот вчера мы выставили, что здесь, а было, я покажу. Новые люди приходят, переписка идет. У нас большой ресурс, вот это я не знаю, как ее убрать, вот эту вот. Что это такое? Ну, это реклама, вот она убрала, я обновил, да. Вот она, во свете Библии, православный форум, 1602 темы, очень богатая тема. Третье, вот, это православный видеоканал, открытым оком, во свете Библии, большой канал, вот сегодня поставил 6 роликов, вот война о войне, как война, Фатимское чудо в Португалии, это Фатима. Ну и тут идут беседы и прочее, еще и... Вот сейчас только смотрели, 77 было, а сейчас сколько? Сейчас обновит. Ну только сейчас, говорю, 77, уже 91. Новые люди. 81. А? 81. 81, да. Ну 81. 4 просмотра. Ну и главный тут ресурс у нас, это наш сайт. Православный библейский сайт. И в нем самое главное, это вот вопросы и ответы. Вчера много пришлось тоже беседовать, говорить. И вот заходят иногда, и вот, смотрите, я не отвечаю здесь. Сколько раз говорил, писать некогда. Если важное дело, тогда можно как-то ответить. Вот что тут было? Приходят прокомментировать. Ну, неизвестно кто-то какой-то. Ни фамилии, ни имя, ничего не... Вот. Ну, вот, вот видимо, ну, сейчас. Там матерок. А? А там плохое слово было написано. Да ты что? Комментарии, да. Ниже. Есть там? Ну не знаю. Еще там ниже. Матеряться. Ниже. Вот сюда? Ну да. Еще. Ну, можно убрать, если еще, это... еще где-то было. Ну, а ладно. Еще. И вот где. Что он пишет? И главное что? Ни фамилии, ни имя, ничего нету. Дед Мазай написано. Вопрос первый. А если я верующий, но не хожу в церковь и не соблюдая посты и все такое, могу ли я купить землю и построить дом, чтобы жить в Потеряевке? И, например, разводить кроликов на мясо? А зачем тебе Потеряевке? Православное поселение. Это категорически запрещается даже думать об этом.
Зачем вам это нужно? Кроликов в России 21 тысяча сел, заброшенные земли. Вот любой дом, заходи, там дома есть готовые. И сиди там, гуляй, пей, что хочешь делай. Разводи кроликов, змей, черепах. Он не верующий. Это даже понимать надо. Это верующие в деревне, все до одного православные ходят в храм, а ты что будешь делать? По домам шариться? Нет, конечно, категорически. Даже не мысли об этом. Кто, кому отмечать? Что, как назвался? Дед Мазай гейм, игра. Ничего нету. То есть лукавство. Вот она какая. Форма какая. Это фотография вот такая. Лукавый. Дальше, вопрос второй. Сколько примерно будет стоить земля и построить дом по Теряевке? Ну, кому надо, тот узнает. Вам это не нужно. Это никто. Так, это призрак какой-то. Ни фамилии, повторяю, ни имя, ни адреса, ничего нету. Еще с этим разговаривают. Ну, по этой теме что пишет? Так, вот, где? Подожди-ка, вот это. Раб Божий Алексей, простите, какой церкви вы принадлежите? Христовой церкви принадлежим. Христовой. Сегодня мы так, как были, остались РПЦЗ. Дальше. Бог в помощь, батюшка. Можно спросить, почему нет информации о пожертвовании? Ни на сайте, нигде. Завести карту Сбербанка не проблема. Вы же не мошенники. Кто захочет, тот поддержит. Ну, это не так. Вот смотрите, мы сейчас уходим вот сюда, вот. Форум. Вот форум. А тут написано, кто к нам приходит, где-то главное должно быть. Вот она, главное. Я ткнул в нее в главную. Вот, вот здесь что у нас объявления какие? Прочитай. Так, где? Вот это? Ну, откуда, да, вот это нашел, от из каких источников информации вы узнали о этом форуме? Первый выбор. Сайт akistinnynarod.ru. Второй, от верующих, знакомых. И я был знаком уже со Словом Божьим. Ну, это то. Так, а еще что вот это? Где меню форума, главное, контакты, форум, сайт во свете Библии, наши фотографии, наш видеоканал на Ютубе, посильная помощь. Вот она, посильная помощь. Вот она, где у нас есть, на форуме. А что такое посильная помощь? Ну давайте ткнем его. Я даже не знаю, это другие дела. Вот оно где. Переводит сразу на сайт. Православный библейский сайт. И тут что? И тут все это указано, рассказано. Где, чего, как. Да это... Баннеры тут, кто такой, контакты. Видишь, как делано. Я даже не знаю, как. Ну, короче, тут все указано. Так. Это у нас что получилось? Вот теперь мы это вернулись. Что мы еще тут находим? Вот поэтому мы начали говорить. Что он пишет? Так, чрезвычайно. Вот. Съедая мясо, вы питаетесь не мясом, а чувством страха, дикого ужаса от мысли смерти и выбросом адреналина. Неужели не ясно? О, как еще бывает. Да и кто это такой пишет нам такое? Это фотография нашего президента, написано «Чрезвычайные полномочия Путину». О, какие. То есть все только не напишут, но ни фамилии, ни имя нет ничего. Дальше. Валерий, Валерий, а почему вы не во главе стола сидите, как старейшина? Даже мысли никогда не приходило. Виталий Виноградов. Да это не завтрак, это обед с ужином. Вот видите, нам что-то хорошее им понравилось. А что тут такое? Да вот сидим за столом. Никита, это... Сергей Павлович. Видно, Сергей, да? Да, да. Да, да. Ну, видите, как люди смотрят. Еще что? Так. Дмитрий Бурлаков. Благослови вас всех, Господь. Потом... Пученяка какая, пученяк. Я хотел бы напомнить, что 31 декабря 2015 года в стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из приоритетов России на долгосрочную перспективу является закрепление за ней статуса одной из лидирующих мировых держав. В реальности и мы видим, что творится в образцово-показательной сельской семье. Да, это нас считает образцово-показательной. Пишет Олег Кроха. Хорошо у вас. Никите привет. Во как, Никита. Ну, понятно, что мы просто показали. Люди разные. Одни ругают нас. Ну вот, видите, вот написано. Вот. Ой-ой-ой. Да вот там его нету, а здесь я, вот здесь оно не выбирается. Ну там еще можно... Не все комментарии открыты были. Значит, еще там появится, тогда уберу, а тут нету. Там вон там внизу, там, в самом низу.
Ладно. Как ниже? Что? Еще ниже? Ну там еще показать комментарий есть еще. А, ну еще ниже. Ну, уже все убрал по-другое. Вот. Всех приглашаю на наш сайт. Вот вопросы. 4124. 50 книг аудио почти начитаны. А вот тут в контактах нету посильной помощи вот здесь вот. Вот это-то? Да. Ну не знаю, но нажал я. Вот, пожалуйста, еще. Ага. Контакты. Значит, нету. Нету. Ну там написано, которые там есть, там помощь, там как раз указано. Указано что-то. Я не знаю даже, мне ни рубля не поступало. Да хоть и поступало бы мне, как видишь, это команда показана была, кто работает. Все на этом. События. События какие? Вы вчера там, то, где надо, работали. Я, как всегда, сижу дома. Занимаюсь своими делами. Жду вас с работы. Отвечаю на вопросы, заходят люди. Так наполнен день. Вчера много времени потратил на Фатимскую. Это чудо какое там было, что оно означает, и выставили ролик. Этот ролик большой, больше часа. Вот он. Вот он. Вообще-то ты выключаешь эту тему. Добрый с миром. Вопросами к вам. Давай. Вопросы разные по характеру, ну как. Видите как? Видятся они, могут быть актуальными. Все. Проходит время, опять согрешает и опять в плен. Вчера вот как раз этот ролик был составлен. Очень богатый материал из разных книг, что кто описывает. Ничего нет того, что было бы православным в этом Фатимском чуде. Все это бесовская прелесть. Богу нашему слава, что нас охраняет. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Ну что, отдохни. Деяния